27-летняя Светлана Лобода отдыхает в Мексике. Певица показала трогательный момент семейного путешествия. Блондинка поделилась снимком, на котором она нежно обнимает своих детей, 8-летнюю Еву и 1,5-годовалую Тильду. Сами малышки целуют друг друга. На снимке младшая дочь исполнительницы хита «Твои глаза» запечатлена с соской и забавной прической со смешными хвостиками. Наряды девочек остались за кадром, а сама артистка позирует в белоснежном топе с эффектным золотым декором. «Безусловная любовь», — лаконично написала Светлана в Инстаграм. Поклонники порадовались редкой возможности увидеть обеих дочерей звезды вместе. «Ангелочки, красотка, какая классная и теплая фотография, зайки, обожаю этих трех малышек. Бесконечно люблю, обожаю вас, Светлана, вы самая красивая и талантливая», — написали фолловеры. Недавно Светлана Лобода в бра и микрошортах раскрыла секрет своей стройности. Певица в эффектном бикини позировала у моря. Она примерила тунику с экстремальным декольте и разрезами.